Отличное приспособление, вот это вот чувствуешь себя как будто бы невесомости, полное погружение, релаксация. И, честно говоря, я бы тут, наверное, поспал на часа два бы с удовольствием. Первые пациенты обновленного лечебного корпуса санатория «Изумруд» делятся своими впечатлениями. Говорят, раньше здесь тоже было комфортно, а теперь и вовсе уезжать после лечения не хочется. Успеть бы попробовать новые процедуры, которые появились после большого ремонта. Здесь работает соляная пещера, комната групповой ароматерапии, инфракрасная сауна, кедровая бочка, а еще кабинет сенсорной депривации. Роман, побывавший на этой процедуре, как будто очутился в космосе, погрузился в состояние невесомости. Потихонечку ложа опускается, и пациент на этом матрасе вместе с ним опускается до полметра. Получается, что он практически висит вот в этом в коконе из этого мембраны, а там со всех сторон вода. Снимается напряжение за счет того, что нет силы тяжести. И это очень хорошо снимает разгрузку позвоночников, выбирается вот эти миофасциальные болевые синдромы. Обновление в «Изумруде» – это подарок и пациентам, и врачам. Здесь появились и комфортные кабинеты для приема. К тому же у медиков теперь есть помощник – АСПО – аппаратно-программный комплекс, разработанный в Сколково. Он ежедневно следит за изменениями состояния здоровья пациентов, проверяет пульс, давление, уровень кислорода в крови. Информация автоматически заносится на виртуальную карту гостя, и лечащий врач видит динамику лечения. И красиво, и комфортно. И мы рады, что вот такая забота проявляется со стороны нашей компании и о нас, о работниках, и о наших отдыхающих гостях. И процедуры различные, и бассейн здесь вообще великолепный. Ну, очень нравится, очень. Я была где-то лет 8 назад, здесь ремонт был, как-то все неуютно. Сейчас так красиво, так все сделано, действительно все сделано для нас. «Изумруд» – санаторий общего профиля. Здесь проходят лечение пациенты с заболеваниями органов дыхания, сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата. Поправить здоровье сюда приезжают со всех регионов страны. Работники и ветераны предприятий группы «ФусАгро» здесь гостят и лечатся на особых льготных условиях. Мы совершенствуем вот эту вот заботу о наших сотрудников. И наша, наверное, ключевая задача – это уже не устранять те последствия, которые случились, когда человек заболел, а именно нахождение в нашем санатории позволяет предотвратить и снизить риск как раз вот критических заболеваний. Потому что, получая процедуры, которые здесь оказываются, работник как раз оздоравливается, снимает возможные риски и приходит на работу уже более здоровым. На втором этаже лечебного корпуса ремонт шел полгода. Сейчас работы ведут на третьем этаже, где также будут оборудованы кабинеты для медицинских новинок «Изумруда». Обещают эффективные ударно-волновую и кинезотерапию. Полностью обновляем нашу материально-техническую базу. Помимо той красоты, которую мы здесь наводим, мы полностью меняем оборудование. Многие решения, которые реализованы в санатории, они являются типовыми, и они будут присутствовать во всех санаториях ООО «Кировс», чтобы все работники компании, где бы они отдыхали, в Кировске, в Череповце или в Балаково, могли довольствоваться приблизительно процедурами одного уровня. Забота о здоровье своих сотрудников – приоритетная задача для компании «ФусАгро». Вместе с тем, химики большое внимание уделяют и городской медицине. Помогают больнице и районной поликлинике обновлять оборудование, приобретать необходимые материалы для лечения балаковцев. Здоровая поддержка продолжается.